Здравствуйте! Мы приступаем к изучению модуля семинар. В англоязычной версии он называется workshop, мастерская, цех, секция, симпозиум, семинар. Само слово семинар подразумевает интенсивный курс обучения. В платформе обучения Moodle семинар представляет собой оценку деятельности сверстников с большим количеством опций. В этой деятельности студенты представляют свои работы в формате текста или приложений файлов любого формата. В результате этой деятельности студент получает оценку за собственную работу и оценку за оценивание работ, рецензирование работ других студентов. Ключевые особенности модуля семинар. Семинар похож на модуль задания и расширяет его функциональные возможности во многих отношениях. Тем не менее, рекомендуется и преподавателю, учителю, и участникам курса, студентам, ученикам иметь, по крайней мере, некоторый опыт работы с модулем задания, прежде чем семинар использовать в процессе. Что это значит? Как и в модуле задания, участники курса, студенты, представляют свою работу как задание. Как мы уже говорили, задание может состоять из текста и файловых приложений. Таким образом, семинар представляет интернет-текст и загрузку файла. В то же время поддержка совместной работы над одним файлом, документом выходит за рамки модуля семинар. Представленные материалы оцениваются с помощью структурированной формы оценки, определенной преподавателем или учителем в курсе. При этом семинар поддерживает несколько типов форм оценки. Таким образом, создается возможность многокритериального оценивания, в отличие от модуля задания, где имеется только одна оценка за задание. Семинар поддерживает процесс экспертной оценки. Это значит, что участникам курса может быть предложено оценить задания своих сверстников. При этом модуль семинар координирует сбор и группирует суммарные оценки. Участники курса получают на самом деле два вида оценки в одном семинаре. Первый – это оценка их задания, то есть насколько хорошо студент подготовил свои работы. И второе – это оценки за оценивание, то есть насколько хорошо студент оценивает своих сверстников. В результате в семинаре создаются в журнале оценок две оценки, и они могут быть объединены в одну по мере необходимости. И, наконец, последняя ключевая особенность семинара заключается в том, что преподаватель может выбрать некоторые задания и опубликовать их, чтобы они были доступны для других в конце семинара. В этом заключается отличие от модуля задания, где работы студентов представлены только ведущим курса, только преподавателю или учителю.